Генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев во время общения с журналистами сообщил, что его организация готова предложить чемпиону UFC в полулегком весе Конору Макгрегору 2 миллиона долларов, чтобы он выступал у них. «Мы готовы предложить Конору 2 миллиона долларов за то, чтобы он выступал у нас. Также мы готовы вложить 2 миллиона долларов в нескольких российских парней, которые станут российскими Макгрегорами. На этих героях будет построен весь интерес и, как следствие, целая коммерческая модель», – заявил Камил Гаджиев.